задняя сторона солнечного концентратора Института Солнца, расположенного в Паркентском районе Ташкентской области. 10 тысяч зеркал расположены на этом концентраторе, а мы находимся с задней его стороны на высоте 47 метров. Высота 16-этажного дома. Вокруг библейские пейзажи. Впереди нас ждет, так как лифт не работает, нас ждет крутейший спуск по прозрачной лестнице. Ну, или, скажем так, полупрозрачной. Вся эта система спереди. Солнечный концентратор и зеркала, направляющие свет светила на него.